Западный фронт разгромлен. Наши войска в 100 километрах от Петербурга. Счет пленным идет на сотни тысяч, генерал. Вы умный человек, вы закончили Академию Генштаба, вы же должны понимать. Это конец. Вы плохо знаете историю. Мы вначале отступаем, а потом в Париже кофе пьем. Хорошо, смотрите сюда. Мы не французы, генерал. А вы не Кутузов. Вот армия, которую вы бросили. Сядьте, скажу иначе. Армия, которая не уберегла своего генерала. Она практически в котле. Дни ее сочтены. Не сегодня, а завтра сюда прибудут пехотные дивизии, и мы замкнем кольцо вот здесь и здесь. Генерал, отрицать нашу силу и очевидную победу глупо. Сильный, говоришь? Подними. Офицер! Офицер! Мы за русским генералом. Идите за мной, капитан. Позовите Цигарелла. И пусть возьмет с собой все необходимое. Мне жаль вас, генерал. Господин майор, прибыл офицер для сопровождения пленного в Берлин. Уже? Почему так скоро? Пусть войдет. Слушаюсь. Капитан Вайсмюллер из Берлина прибыл для сопровождения пленного. Я знаю. Мы едем вместе. На этот счет у меня нет никаких инструкций. Я ваша инструкция. Простите, но в этом вопросе я подчиняюсь непосредственно адмиралу Канарису. Позвольте ваше сопроводительное письмо. Ух ты! Тихо, тихо, товарищ Фриц, шуметь не надо, то нам не к чему. Товарищ генерал-майор, капитан Суслов, фронтовая разведка, советская. Thank you.
Тихо, идем к машине. Понял. Шнеля. Чего у тебя там? Да усы ветляются. Будь они неладны. Поехали, Тимуха. Не выпускайте их. Это диверсанты. Остановите машину. Тревога, где они? Что случилось? За ними, идиот! Дорога хреновая, товарищ капитан! Вот лисовые дети на хвосте висят, да? Товарищ капитан, вы уходите. Мы с Тимохой вас прикроем. Вместе уйдем. Не уйдем, Валентин. Фрицы не отстанут. Води генерала. Тимоха, я перший. Ти за мною! Ще я вас, гади, зроблю. Пожалуйста, быстрее. Ой, ёшки-матрёшки. Перед глазами хороводы. Контузия? Ага. Да давай. Давайте, еще немного осталось. А? У заимки нас дед встретит. Дед? Какой дед? Наш дед. Проводник мой, правая рука. Второго такого нет. Может, целый взвод под носом у немцев провести. Вот мне не надо. Мне надо армию. Твои, дед. Я уж думал, сорвался наш планчик-то. Так это и есть тот самый дед? Так точно, товарищ генерал, тот самый. Брянцев Иван Кузьмич. Ну, будем знакомы. А где ребятки? Отход прикрывают. Понятно. Пойду гляну, все ли чисто. Да. К своим надо отходить. Я уже дорожку-то разведал. Быстро дойдем. Все будет хорошо, Валентин. Ну вот что, капитан. Я твой должник. Покажи, помнить буду. Ты дал мне шанс армию из окружения вывести. Понимаю, но я должен доставить вас в Москву. У меня приказ, подождите, и я не... не перебивай. Дурак этот оперативную карту показал. Есть там лазейки. Есть.
У меня на все про все сутки. Понимаешь, сутки. Люди там, много раненых. Надо всех вывести. А своему начальству скажешь, что я приказал тебе вернуться одному, без меня. Как старший по званию, приказал. А приказ я тебе напишу. Все по форме. Добро? Добро. Вот и хорошо. Он дерется. Он пьяный. Пьяный в стельку. А вы что же, пытались его силой привести? Так точно, товарищ генерал-майор. Ладно, идите. Есть. Что он себе позволяет, этот твой Сузлов, а? Он потерял двух лучших своих бойцов за линией фронта. А сведения, которые он добыл, позволили генералу Курову вывести целую армию из котла. Знаю. Но дисциплину, полковник, никто не отменял. У нас армия, а не бордель. Так точно. Куров написал представление на Суслова. Орден Красной Звезды. Так вот. Бумага эта пока у меня полежит, а там посмотрим. Так точно. И все же, товарищ генерал, Суслов лучший. Так. Товарищ генерал-майор, виноват. Суслов, значит? Так точно, Суслов. Валентин Суслов. Товарищи мои, Сашка не причитаял и Тимоха Субботин. С Испанией вместе были. Давай помянем твоих товарищей, капитан. Честь и слава, и земля им пухом. И заканчивай ты с пьянкой, Суслов. У немцев в тылу здесь. Находится наш окружной склад ГСМ. Минеры не успели взорвать при отступлении. Склад большой. Пожалуй, самый большой в округе. По данным разведки, сейчас на нем сосредоточено огромное количество горючего, предназначенного для танковых колонн, нацеленных на Москву. Наша задача – сорвать планы немцев. Представляю, как они его охраняют. Не представляете? Два авианалета впустую. Зенитный огонь настолько плотный, что наши бомбардировщики прорваться не могут. Склад должен быть взорван любой ценой. Операция получила кодовое название «Тайфун». От того, насколько будут успешными ваши действия, может зависеть развитие ситуации на всем центральном участке фронта. Вы понимаете, какая это ответственность? Так точно, понимаю. Ваше задание, капитан, находится под непосредственным контролем Ставки. Вы можете лично набрать необходимое вам количество людей. Мне много не надо. Радист нужен, сапер и снайпер. Ну, а дед у меня уже есть. Достаточно. Зови следующего. Есть. Тихо. Сахару не нашел. 20 человек отсмотрели. Что скажешь? Средний уровень у всех. Талантов нету. Талант наш Тимоха был. Простите, извините. Только сейчас узнала, можно постучать? А ты кто? Радистка. Боец мостовая. А как же ты, дочка, рацию таскаешь, а? На спине. А запасная батарея? Запасная? Это напарник нужен. Ясно. Свободно. Товарищ капитан. Свободно, я сказал. Погоди, погоди, дочка, погоди. Ну, дай попробовать-то. Ну, ради интереса, а, Валентин? Да нет мне никакого интереса, дед. Дочка, давай попробуй.
Не бойся, как звать-то? Арина. Хорошее имя. Могу левой, если правая ранена. А еще могу почерк менять. Сапер, дед, нужен такой, чтоб мину в земле, как собака чуя. А эти что? Первый две пропустил. Второй одну не заметил. Третий плохо. Ага. Сразу подорвался. Ну, а про этого что скажешь? Сейчас поглядим. Я там секретную баночку прикопал. С первого раза никто не находил. Боец, подойдите к нам. Товарищ капитан, задание выполнено. 6 условных мин противника обезврежено. Представьтесь. Боец Скорик. Молодец, Скорик. Неплохо. А кто у нас третий? Прекратить стрельбу! Александр Веснин. Заряжай! Цельца! Боец Веснин! Я! Подойди-ка сюда, сынок! Угу. Давай, быстренько! Боец Веснин по вашему приказанию прибыл. Давно на фронте? С июля, товарищ капитан. Маузер немецкий? Так точно. Трофейный. А чего без зарубок? Ни одного фрица не шлепнул. С июля-то. Так новая винтовочка. Не успел еще? Ты что, Веснин, с необстрелянной винтовкой в тыл к врагу пойдешь? А я это, приноровился уже. Приноровиться должна вся группа. Товарищ капитан, а мы давно приноровились. С Весниным мы с разведшколы вместе. Так, может, только вас двоих на задание пошлем? А сами загорать? Значит так, ставлю задачу. За время, отведенное на боевое слаживание, вы должны достигнуть максимально возможной взаимозаменяемости, чтобы при ранении или гибели одного из бойцов группа не теряла своей боеспособности. Вопросы есть? Вопросов нет. Напряг! На исходный рубеж! Бегом! Марш! Войдите. Что у вас, Дитер? Господин майор, получены данные идентификации личности диверсантов. Для вас есть кое-что интересное. Что же? Имена диверсантов. Имена? Так точно. Заграничный отдел Абвера информирует. Суслов Валентин Иванович, командир группы, известен по войне в Испании. Ликвидированные диверсанты Субботин Тимофей и Непричитайло Александр, его подчиненные. Вы свободны. Слушаюсь. Подлежат ликвидации. Особо опасны. Суслов. Веснин старшей группы. Впереди немцы. К бою! Боец Веснин, ваша группа обнаружена противником. Завязался бой. Долго.
долго целитесь, боец. Веснин убит. Боец мостовая. Берет винтовку Веснина. И метко бьет фашистских гадов. Итак, в ходе боя мы видим, что боец мостовая не сможет отомстить врагу за погибшего товарища. Ножку-то правую отставь. Вот. Чтоб ствол с туловом да ногой в одну прямую линию были. Вот так. Молодец, мостовая. Удобно, винтовку возьми. Представь себе, будто нырнула и не дыши. А теперь пальчиком плавненько... Да знаю я. Отставить пререкание. Огонь! Ай! Мама моя лошадь! А вы чего лыбитесь, боец? Вы убиты, примите мертвый вид. Встали! Давай. Вокруг полигона бегом марш. Эх, загоняешь ты их в усмерть, Валентин. Лучше я, чем Фриц. Как думаешь, дюжат ребятки? Да после твоей муштры эти трое целого отряда будет стоить. Да не, хлипкие они у нас еще. Особенно мостовая. Гонору! А саморацу еле-еле таскает. Зато деваха бойкая, с характером. Огонь, девка. Да ну тебя, дед, все ты со своими глупостями. Война на дворе, а ты? А что война? Война войной. А против человеческой природы не попрешь? Эх, дед, мне бы этих сопляков обратно живыми вернуть. Вызывали, товарищ полковник? Да, Суслов. Что у тебя с готовностью группы? Группа сформирована полностью. Ведем плановые занятия. Но до полного слаживания еще далеко. Далеко. Нет у нас времени. Три дня тебе на слаживание хватит? Товарищ полковник. Три дня. Больше дать не могу. Проводишь учебную операцию и докладываешь о готовности к высадке. Вопросы есть? Товарищ Вопросов полковник. Нет. Свободен. Господин майор, срочный пакет из Берлина. Господин майор? Господин майор, Дитер, какого черта вы орете, как морал во время гона? Срочный пакет из Берлина.
Помните, я говорил, что скоро мы с вами окажемся на передовой. И с нашими доблестными войсками первыми войдем в Москву. Так точно. Нас отправляют на фронт? Нет, черт побери. Нас отправляют в какую-то деревенскую дыру. Охранять склады и ловить диверсантов. Это из-за провала с русским генералом? Вы превратились в соляной столб, лейтенант? Собирайтесь. Слушаюсь. Не сказать, что мы провели полное боевое слаживание, но ни Родина, ни командование больше ждать не могут. Скоро мы с вами отправимся за линию фронта. Поэтому сегодня крайняя тренировка в условиях, максимально приближенных к боевым. С первым снежком у вас, ребятки? Да уж, насыпало по самые фельдикосы. Значит так, бойцы, вот это наша учебная цель. Как собираетесь действовать? Снимем часового и вперед. Отставить, я вас чему учил? Пришли, все тихо сделали и ушли. Как мышки. Правильно, как мышки. Вперед, бойцы! За мной, ребятки. Выше, выше, Веснин. А теперь ты, сынок. Ага. Давай. Вот это хорошо. Не ушибся? Порядок. Ёкарный бабай. Немцы, что ли? Немцы. Не растягиваемся! Шире шаг! Там, это... Стой! Кажись, диверсанты, фашисты на складах. Диверсанты? Ничего не путайте, где? Там, за лесом. Направо! Бегом, марш! Ну что, ребятки, готово? Так точно. Все надо делать быстро. Каждая секунда дорога. Ложись, ребятки! Фельдикос, мать вашу! Поставай, ложись! Всем лежать! Дед, ты чего? Да зацепило чё-то. Вон они, товарищ лейтенант, один ранен. Беги сюда! Что ж ты не угомонишься никак? Меткий гад. Куда они подевались-то? Сгружай осторожно. Помоги ему, помоги. Так, товарищи, кто на ножках? Куда его, товарищ Мюнбрэ? Первую готовьте. Ну как он? Простите, кто? Дед мой. Ваш дед, не знаю. Ну, Брянцев, вы обещали после операции сказать. Когда я его забрать смогу? Брянцев, ну что вы, голубчик, какое забрать? Ранение у него тяжелое, пуля прошла в сантиметре от позвоночника. Отвоевался. А вот этого готовьте во вторую операционную. Доктор, а ты понимаешь, что без него мне никуда? Это ты понимаешь, нет? Коновал ты хренов! Ты это понимаешь? А ну он давай, здоровый, нужен! А ну, проваливай отсюда! На фронте будешь свою силу показывать! Иди, иди! Командир. Извините, погорячился. Нервы ни к черту. Ничего, голубчик. Бывает. А вот этих укладывайте прямо здесь. Антон Павлович, операционная готова, можно начинать. Снимайте халат, поменять. Все, еще кто есть? Вот это вот и есть проводник? Да. Товарищ Серафима, очень хороший проводник, прекрасно знает ту местность. К тому же работала на складе ГСМ, который является нашим объектом, плюс знание немецкого языка. Вы издеваетесь, товарищ полковник? Серафим Георгиевна, присядьте, пожалуйста. Суслов. Ты слова-то выбирай, а то не посмотрю, что ты герой. Прекрасная девушка, чем она тебя не устраивает? Тема не устраивает. У меня разведгруппа.
а не институт благородных девиц. Можно подумать, радистка у тебя, конь. Радистка у меня второй месяц в армии. А это штатская бабенка. Я вам не штатская бабенка, товарищ капитан. У нее отец лесничим был. Он-то, может, и был. Товарищ полковник. Отставить! Другого проводника у меня, Суслов, нет и не будет. Так что считай, что познакомились. А теперь обсудим детали операции. Высадка завтра в 18:00. В 40 километрах от объекта, чтобы вас не засекла немецкая ПВО. На марш-бросок 5 часов. После прибытия на точку встречаетесь с нашим резидентом. Он будет вам помогать. А ночью мы отвлечем немцев ложным десантированием с другой стороны складов. Не отставать! А? Серафима, до деревни далеко? Если по дороге, километров 15. Вдоль дороги пойдем? Нет, срежем. Я через лес проведу. Ариш! Вставай! Смотри, не потеряйся, проводник. Ой, товарищ капитан, вы лучше за своими бойцами последите, чтобы они не потерялись. Ага. Бойцы, давайте быстрее, еле-еле тащитесь. Сегодня ночью у склада была высадка русского десанта, господин майор. Дитер, мне понадобятся подробные карты этого района и местные староста. Слушаюсь, господин майор. Диверсантов поймали? Можно сказать, что поймали. Выражайтесь яснее, Дитер. Сейчас сами увидите, господин майор. Проверяют систему обороны объекта? Недурно придумано. С юмором. Возможно, это отвлекающий маневр, а настоящая группа высадилась в другом месте. Нужно прочесать лес. Цигарел, помоги им. До складов отсюда далеко, Серафима? 2 часа ходу. Очень хорошо. Веснин, пароль помнишь? Так точно. Я от вашей кумы с посылочкой варенья. А ответ, я думал, кума приказала долго жить. Сходи, посмотри, что там да как. Зовут его Потап. Ага. Хендехох, велосипедами интересуемся? Я от вашей кумы с посылочкой варенья. А я думал, кума приказала долго жить. Громко ходишь, парень. Хрустишь так, что на другом конце деревни слыхать. Где варенье-то? Охрана у них организована на совесть. Что ни говори, а дело свое немчики знают. Слабых мест почти нет. Но парочку я нашел. Вот здесь, 10 метров периметра, оказываются в слепой зоне. Угу. Если, конечно, они там ничего не поменяли. Как удалось такую подробную схему составить? Ну, так я же у них на официальной службе. Езжу вон на велосипеде с поручениями от старосты. А если что, справочкой в нос тычу. Я ж по зрению полный инвалид. На велосипеде. А, вот. Докторов подарочек. Это, говорит, тебе для того, чтобы ты на красивых фройлин сослепу не натыкался. Можно подумать, у фрицев красивые есть. Вот, значит, график движения патрулей по внешнему периметру. Разберетесь? В
всем выучить. И вот парочку шинелей у коптера выменял немецкого за бутыль самогона. А ну-ка. А мне офицерскую такую сможешь достать? Не обещаю, но попробую. Ага. Ну и вот. Два зальбуха. А это что? Книжки солдатские. Дайте мне план деревни. Ну что, староста, рассказывай. Деревенька, значит, дворов 20. В основном бабы и старики. Да, мне вот тут делать нечего. Так, батя, времени у нас ждать нет. Поэтому проверять данные Потапа будем прямо сейчас, в наглую, чтобы ночью разнести эту халабуду к полному фельдекосу. Вскоре ко мне. Есть. Начнем вот с этой стороны. Патрулей сейчас на внешнем периметре быть не должно. Так, Серафима, внимательно смотришь, что изменилось до военных времен. Угу. Вскоре сечешь общую обстановку. Мы прикрываем. Для фрицев изображаете влюбленную парочку, вышедшую погулять. Вопросы есть? Товарищ капитан, ну я, если что, по-немецки не особо. Ну ничего, у тебя подружка болтливая будет. Все, переодевайтесь. А что, хорошо у них получается. Вылитые фрицы. Главное, чтобы любовь не переиграли. А это что за черти? Вроде не должно было. Патруль, что ли? Точно патруль. Тихо-тихо-тихо. Погоди, Сань. Нельзя нам здесь шуметь. Разве командир не довел до вашего сведения, что подходить к складу ближе, чем на 100 метров, запрещено? Так точно, господин обер-лейтенант. Довел. Да, мы виноваты. Просто Фридрих сделал мне предложение. Мы должны скоро пожениться. Вот как. И немного потеряли голову от счастья. Поздравляю вас, фройлен. Вашему избраннику очень повезло. А что сам Фридрих скажет в свое оправдание? Фридрих у меня немного косноязычен, господин обер-лейтенант. Но ведь для мужчины это не главное. Не так ли? Как знать, фройлен? Как знать? Мы можем идти? К сожалению, нет. Я должен доставить вас в комендатуру для проверки. Таков порядок. Это не займет много времени. Садитесь в машину. Прошу вас. Прошу вас. Фридрих, вы тоже. Машину сажает. Куда они поехали? Черт их знает, фельдекос. Значит так, запоминайте. Через 3 часа встречаемся вот здесь. Угу. Если что-то пойдет не так, Веснин за старшего. Угу. В крайнем случае придете к Потапу. Все выполняйте. Есть. А вы? А я побегаю немного. Ну что застыло? Пошли давай. А
Гулять около колючей проволоки совсем не романтично для такой изысканной фройлей. В лесу медведи. А русские медведи нас не любят, господин обер-лейтенант. Называйте меня Улли. Улли. А вас? Как зовут? Вы, кажется, забыли, Улли? У меня есть жених. Я думаю, Фридрих не будет против легкого флирта. Не так ли, Фридрих? У вас интересный акцент. Я из Прибалтики. Из Прибалтики? И как же вас звала ваша матушка? Котенок? Или, может быть, медвежонок? Сима. Как? Серафима. Ты чего? На манекенах деревянным ножичком одно. Я же сапер. Ножом человека. Ладно, ладно, успокойся. Ну, Фильдику вас, мать вашу. Живы? Какого черта шмаляла? А как еще? Как? Молча как. Фрицы, думаешь, глухие? Этого кто? Он. Я. Молодец, Корик. Всех надо так, ножичком по-тихому, не в тире. Так, все, уходим. Сейчас здесь толпа фрицев будет. Уходим, сказал. Укутали, как гусеницу, и дрить его налево. Скажи спасибо, что живой остался. А что мне от этой живости-то? Толку нет. Комиссуют и домой, или в хозвод, на легкие работы. Да мне к ребяткам моим надо. Они там с гонцами кувыркаются, а я тут как бобер на насесте. А дед-то боевой, верно, Лёх? Ты что, с таким ранением сидеть нельзя. Сестричка, да мне не сидеть, мне бы на выписку, а? На какую выписку? Ложитесь. А то сообщу, куда следует, пойдете под трибунал. Работает? Так точно. Давай. Господин майор, есть сигнал, но слабый. Место определить сможете? Попробуем. Передай на вторую машину 3-82. Я Оль. Слушаюсь. Господин капитан, у них есть частота. 3-82. Приступайте к работе. Слушаюсь. Что случилось? Кажется, сгорело. Успела передать? Почти все, но только один раз. Сворачивайся, уходим. Сигнал пропал, господин майор. Успели запеленговать? Нет. Товарищ полковник, разрешите? Товарищ полковник. Товарищ полковник. Радиограмма от Суслова. Так, а где конец последней фразы? Связь прервалась. Смирно. Вольно. Свободен. Есть. Ну, что? Вынуждены были отойти от объекта? Это почему? Видимо, неудачная попытка.
Да они взрывать уже должны. Ты говорил, Суслов полка стоит. Говорил. Так в чем дело? Ну, в шифровке всего не укажешь. Завтра они попытаются еще раз. А если опять ничего не получится? У Суслова получится. Вот что, полковник. Готовь-ка ты вторую группу. Товарищ генерал. Готовь, я сказал. Если в течение суток не будет результата, пошлешь им подкрепление. Мне командующему докладывали. Что я ему скажу? Неудачная попытка? Есть. Готовь вторую группу. Так. Завтра к вечеру исправлю. Угу. Ну, добро. Ты извини, шинелька только на лейтенанта, так что с понижением тебя. Ничего, мы не гордые. Да, вот еще что. Майор тут объявился из Абвера по фамилии Кунц. Бурную деятельность развел. Со мной беседы вел. Так что вы поаккуратнее там. Понял, спасибо. Только поаккуратнее что-то не получается. Сиди. Значит, слушай меня внимательно. Твоя задача – передать тем, кому я скажу, только то, что я скажу. Каждому свое. Я понятно объясняю? Понятно, ваше благородие. Сделать это надо не специально, а как бы невзначай, в обыкновенном разговоре. Ясно? Ясно. Что ж тут неясного-то? Вот, это варианты текстов. А это список, кому надо говорить. У вас тут народу-то? Так я и до вечера не успею. А ты постарайся, если сам не хочешь попасть в этот список. Понял. Пошел? Иди. Может, нам с тобой, Цигарел, наших гостей, как говорят русские, изловить их на живца? Майор Кунц, соедините меня с начальником военной полиции. За убийство солдат Рейха вас следует расстрелять. Но господин комендант проявляет к вам гуманность. Мы позволим вам начать новую жизнь на благо Великой Германии. Во временном лагере вам следует соблюдать порядок. Тогда вас ожидает счастливая и сытая жизнь. Иди сюда. Повторяю. Порядок и дисциплина – ваш пропуск в Рейх. Попытка покинуть территорию лагеря будет караться расстрелом. Отлично. Это сгодится. Командир идет. Значит так, машина с офицером минут через пять будет здесь. Пассажир ваш, водитель мой. И чтоб без стрельбы мне. Выполнять.
Стой! Хай! Стой! Диверсант! Диверсанты! Диверсанты! Впереди диверсанты! Что случилось? Диверсанты sind voraus, Herr Leutnant. Там диверсанты, господин лейтенант, впереди. Ехать опасно, я покажу объезд. Кто вы такой? Моя фамилия Вайсмюллер. Прошу вас, господин лейтенант, быстрее. Они с минуты на минуту будут здесь. Как хорошо, господин лейтенант, что я вас встретил. Чуть правее, тут ямы. Не гони так. Да, да, здесь лучше потише. Застряли. Надо толкнуть. Помогите, садитесь за руль, господин лейтенант. Сам справлюсь, ваш офицер. Что все это значит? Кто вы такие? Я же вас предупреждал, господин Вайгель. Впереди диверсанты. Здорово, сосед. Здоровей видали. Что они на службе-то? Только и делаю, что на фюрера работаю. Обед у меня. То же дело. А я тебе премию принес за отличную службу. С каких пор ты деньги носить стал? А прикажет, ты не то понесешь. 30 марочек. Лучите, как говорится. Вот. И распишись. Здесь. Чем расписываться-то? У меня карандашик есть. А, так он сломан у тебя. Погоди-ка, дай. Ну-ка. Чего? Откуда это у тебя? Доктор подарил. Гарнизонный. Вот здесь основное хранилище. Чтобы туда проехать, нужен специальный пропуск. У вас такой есть? Я. Есть. Этот? Нет, другой. С красной полоской. Ну что ж, теперь дело за малым. Осталось взорвать вот эту бочечку и все. Danke schön, Herr Weigel. О, нормально. Ага. А. Вот что. Да. Ну что, покурим? Угощаешь? А свой-то чё? Выкурил весь. Как в хате на печи лежит. Идти неохота. В этом ты весь, Потап. Ленивый да жадный. Потому тебя всякая власть будет обухом по башке тюкать. Ты на себя погляди. Не боишься? Когда этих погонят, за все отвечать придется. Эх ты маханул. Кто ж их прогонит-то? Они вон почти до самой Москвы дошли. А прогоняльщиков чего-то не видать. Ага. Ну-ну. Не, Потап. Мне бояться нечего. Случись что, я при любой власти пристроюсь. Ну, бывай. Бывай. Да.
На днях у тебя на постой немцы встанут. Какие немцы? Из особого батальона. Фрицы за свой склад перепужались. У них, видишь, там диверсия. С тылу сюда и нагонят пулеметы, то да сё. Ну, бывай. Бывай. Я вам все рассказал. Вы обещали сохранить мне жизнь. Если будете вести себя хорошо, может быть, и доживете до победы. До нашей победы. Спасибо. Я интендант. Я никогда не стрелял в ваших солдат. Я хочу, чтобы вы знали. Вчера в деревне убили 4 офицеров вермахта. А сегодня жители этой деревни отвезли в пересыльный лагерь. Что за лагерь? Зачем? На станции. Официально для отправки в Германию. Это точно? Не совсем. Я точно знаю, что вагонов для этого начальник станции не выделял. Что это значит? Я думаю, ваших людей... Их расстреляют. Значит так. Пересылка на отшибе у запасных путей. Охраны немного. Не ждут нас фрицы, это хорошо. Стемнеть, начнем действовать. Скорик, мы с тобой снимаем часовых. Есть. Тебе нужно будет погасить прожектор. Желательно с первого выстрела. Сумеешь? Обижаете, товарищ капитан. Потом пулеметчик. Клевое дело. Ты, гоп, не говори. После прожектора тебе пулеметчик разглядеть еще надо будет. Плюс охрана у вагонов. Наверняка к ним на подмогу побегут. А с заданием-то что? А задание никто не отменял. Людей выведем сразу на склад. А если что случится? Кто его взрывать будет? Кто выживет, тот и взорвет. Так, через час Потап должен объявиться. Обещал твою рацию принести. Угу. Выйдем на связь с центром. Есть. Мостовая за мной, остальные ждут. Вот сюда их надо привести. Я сам поведу. Ага. Здесь что-то вроде партизанского отряда у нас организовалось. 50 человек окруженцев. А их командира, товарища Земцова, я уже предупредил. Угу. Далековато, конечно. Но, надеюсь, дойдут. Добро, Потап. Встречаемся в 9, как договорились. Буду. Да, староста тут ко мне заходил. Сказал, что на днях дивизия в деревне встанет. Для дополнительной охраны склада. Это уже не важно. Думаю, завтра охранять уже будет нечего. Ага. Господин майор, есть сигнал. Беленгуйте. Слушаюсь. 4-12. Слушаюсь. Что вы предприняли? Сейчас мои люди прочесывают лес. Результат будет в течение 30 минут. Судя по почерку, работал другой радист. Возможно, еще одна группа. Или радист другой. Или этот почерк менять умеет. Расшифровка есть? Пока нет. Шифр сложный. О, какой сюрприз. Кажется, старый знакомый. Притормозите, Вальтер. Хэр Потап, если не ошибаюсь. День добрый, господин майор. Да, день чудесный. Погода прекрасная, не находите? А мне не до прелестности, господин майор. А что так? Да работы полно.
Павел Андреевич в хвост и в гриву загонял. Да что вы говорите? Я думал, вы просто так вышли прогуляться. Да нет. Староста у вас настоящий зверь. Давайте, подвезу. Да нет, спасибо, господин майор. Я как-нибудь сам. Быстро в машину, без глупостей. Знакомьтесь, капитан. Вот наш русский радист. Не заставляйте меня ждать. Ты слышишь только меня и мой голос? Я слышу вас и только ваш голос. Потап, назови мне шифры радиопередач и свой личный позывной. У меня нет шифров. У меня нет позывного. Ты радист? Я не радист. А кто радист? Арина. Какая Арина? Девушка из отряда. Из какого отряда? Отряда капитана Суслова. Где Потап? Может, что случилось? Может, что и случилось. Так, все, больше ждать не можем. Веснин! Я. Стреляешь по моему сигналу. Ага. Давай на исходную. Есть. Мостовая Брынская. Начинайте действовать после того, как снимем пулеметчика. Скорик за мной. Снайпер! Товарищ капитан, голову не поднять было. Грузите людей в машину. Есть. Саня, ваш город ведёшь. Обманули я. А как тебя-то зовут, сынок? А это не важно, отец. Храни тебя Господь.
Все сюда! Рассредоточиться! Занимайте круговую оборону. Здесь никого нет, господин капитан. Похоже, они уехали на нашей машине, лейтенант. От станции только две дороги. Надо ехать за ними. Закладки сделаны, капитан, в 500. Правда, заряды маленькие, думаю, никого особо не поубивает. Ничего. Нам главное время выиграть. Стреляешь по водителю. Есть. Быстро! К складу обратно вывести сможешь? Смогу! Капитан, что происходит? Почему вы не преследуете диверсантов? Они заминировали лес, господин майор. За 15 минут? Что за чушь? Продолжайте преследование. Так, здесь и справа, и слева болото. Не замерзает даже зимой. Пройти можно только прямо. Но придется 10 км идти. Тогда вперед. Стоять! Всем не двигаться. Что там, товарищ капитан? Скорик, ко мне. Только аккуратно. Мина. Так точно. Еще одна. Откуда здесь минное поле-то взялось? От немцев откуда? Значит так, бойцы, пойдем через поле. Немцы сейчас сюда точно не сунутся. Пойдем предельно осторожно, след в след. Товарищ капитан, надо бы на связь выйти, сообщить, что к расчетному времени не успеваем. Вот поле перейдем и сообщим. Есть. Насколько это минное поле плотное? Они же не самоубийцы, чтобы туда соваться. Капитан, я спросил, насколько это поле плотное? Не то чтобы очень плотное, господин майор. Мины расположены в шахматном порядке. Ариша!
Отставить разговорчики. Это и есть ваше минное поле? Так точно, господин майор. Интересно, и где же наши гости? Разрешите? Радиограмма от Суслова. Так. Срочно готовь приказ на вылет резервной группы. Уже готов. Какое время ставить? Ставь 20:00. Есть. Ну что еще? Там вас Брянцев дожидается. В коридоре. Еле живой. Кузьмич? Вроде никого. Угу. Тихо, Ариш, тихо. Потерпи. Проверить? Отставить, я сам. Не знаю, как эта штука называется, но в свое время дед надоумил с собой брать. Незаменимая вещь. Арина, ну ты как? Рука немеет. Ничего, сейчас пулю достану, легче станет. Побыстрее бы. Так, ребятки, давайте в дозор. Ты на север, ты на юг. От сторожки далеко не отходить. Я могу помочь. Не надо, сам справлюсь. Выполнять. Есть. На-ка, выпей. Надо, надо. Давай, давай. Huh.
Вот и хорошо. Что с ней? Вот она. На излете вошла. Серафима, перевязать надо. Ага. Сейчас. Держи. И масхалат чисто найти. О. Ты поверь, полковник, Валентину без меня как без рук. Пошли меня с группой, а? Куда я тебя пошлю? Да вон на стуле ты еле-еле сидишь. Ты у меня еще в самолете копыта отбросишь. Да уж лучше в самолете, чем на койке медсамбате. Ты не спорь, полковник. Группе проводник нужен? Нужен. А я Суслова за 100 верст почую. И выведу их куда надо. Что я начальству скажу? Раненого человека в разведку послал? А ты не говори, что раненый. Говори, выздоровел, Брянцев, как на собаке все зажило. Петр Михайлович, Суслова оттуда только я вытащу. Поверь. Теперь они наверняка охранение у склада усилят. Наверняка. Ну и как мы туда попадем? Как-нибудь попадем. Ну что, живой еще, Херр Вайгель? А кто радист? Отвечай, Потап. Кто радист? Арина. Какая Арина? Девушка из отряда капитана Суслова. Очень хорошо. Теперь скажи мне, какое задание у Суслова? Отвечай, Потап, я приказываю. Где их база? Староста им помогает? Ты должен отвечать, когда я спрашиваю. Староста у меня невесту увел. Ксюшку мою. Как ты? Нормально. Аккуратней неси. Бас, Цагарел. Что, Цагарел? Их уже четверо, это я знаю. Девушка ранена в плечо. Радистка? Да. Уже неплохо. Ну что? Сначала буянил, затем затих. Давно затих? Да уж часа три. Ну-ка, открой. А что такое? Так он приехал, злой как собака. У него диверсанты опять из-под носа ушли. Хочет еще раз допросить.
Этот гаденыш на прошлом допросе ничего не сказал. Потап, вставай, Кунц приехал. Хочет тебя видеть. Ну, чё ты? Оглох? Павел Андреевич, он чё, сам себя? Того. Прибери. Охранение они усилили втрое. По-другому к складу не подобраться. Я с вами поеду. Нет, одному проще. Возвращайся к ребятам, ждите меня. Не вернусь, действуйте по обстановке. Склад нужно уничтожить любой ценой. Из центра сообщили, сегодня ночью высадится вторая группа. Будут фрицев отвлекать. Ну что, все запомнила? Так точно. Тогда давай прощаться. Валя, ты ведь вернешься, правда? Не боись, вернусь. Однако. Повторяю, твоя главная задача – оттянуть на себя фашистов, хорошенько помотать их по лесу, чтобы Суслов в это время смог выполнить основное задание – уничтожить объект. Понял? Так точно, товарищ полковник. И еще личная просьба. Последи за дедом. Есть у меня такое подозрение, что на месте он сидеть не будет. Я его в секрет посажу, товарищ полковник. Ты его посадишь. Кто тебя по лесу доводить будет? Товарищ полковник, вы не волнуйтесь, все будет в лучшем виде. Брянцев, отведешь группу и назад. Никуда не суйся. Ну, это как получится. Не пуха. К черту! Ausweis bitte. Bitte, Herr Leutnant. Проезжайте, господин лейтенант. Наблюдаем самолет противника. Товарищ Суслов? Или господин Вайсмюллер? Как к вам лучше обращаться? У вас, говорят, гора с горой не сходятся. Видите, довелось. Ловко тогда вы у меня генерала убили. Приземлялся он, товарищ капитан. Ищем, ищем. Я вам за него голову оторву. Но он же передо мной прыгал. Вон он, на дереве. Сюда, быстро. Не шевелится. Помер, что ли? Дед! Дед, ты живой? Кому дед?
А кому Иван Кузьмич? Тоже нашли мне деда. Эх, Кузьмич. Зуев, сними его с дерева. Остальные за мной. Зуев, слыхал? Чё стоишь? А чё? Снимай меня. Чё, я до весны висеть буду, что ли? Вы слышите только меня и мой голос. Поднимите голову. Вы слышите только меня и мой голос. Только мой голос. Никакие звуки для вас не существуют. Повторяйте за мной. Не существуют. Не существуют. Не существуют. Не существуют. Господин майор, важные новости. Дитер, какого черта вы врываетесь во время работы? Я 100 раз говорил, прерывать мои сеансы нельзя. Извините, господин майор, я не знал, что у вас сеанс. Запомните, Дитер, если я с пленным, значит, я работаю. Работаю, вам понятно? Так точно, господин майор. Ну, что уставились? Докладывайте. Ночью зенитки обстреляли транспортный самолет противника. Господин капитан с группой прочесывает район предполагаемой высадки десанта. Это все? Так точно, господин майор. Идите. Слушаюсь. Загорел, приведи его в порядок. Браво, Суслов. Поняли, что скажете лишнего, и отключились. На самом деле, будете вы говорить или нет, уже не имеет никакого значения. Ни ваша, ни какая другая группа задание выполнить не сможет. Даже если удастся взорвать склад. Склад, которым вы так рветесь, это пустышка. Там ничего нет. Мы создали видимость, что он заполнен топливом. И ваше руководство на это клюнуло. Клюнуло. Я уверен, мы там выловим еще не одну группу. Похоже, я действительно проиграл. Не может быть. Первая ваша разумная фраза. Но ведь топливо там было. Было. Оно есть. И готово к отправке на восток. Топливо на станции? Но я не видел там цистерн. А вы и не увидели бы их. Хотя они у всех на виду. Цистерны закамуфлированы под товарные вагоны. Господин майор, самолет готов к вылету. Очень хорошо. Загорел? Позови конвой. Валькирия, занимаю 800 метров. Принято. Занимаете 800. Туалет хочу. Господин майор, туалет бросится. Ну, отведи. Ну, открывай давай. Карл, что с тобой? Валькирия, у нас ЧП. Я возвращаюсь на базу. Арина, ты останешься с пленным, а мы с Сашкой на разведку. Рацию не забудь. Не забуду. Ариш, ты не бойся, мы быстро туда и обратно. А если что, ты этого гада пристрели.
Дитер, быстрее! Там раненый пилот. Что случилось? Почему вы вернулись? Где русский? Слишком много вопросов, Дитер. Поднимайте тревогу. Русский сбежал. Стой. Чувствуешь? Что? Дымом пахнет. Нет. Ну как нет? Прямо оттуда тянет. Ну-ка, пойдем. Ну что, бойцы, ходите как слоны по минному полю. Валечка, товарищ капитан. Валя, живой, живой, а мы-то думали все. Пока. А мы думали все. Арина где? Фрица сторожит. Ты смотри, сиди у меня тихо. Понял? Фройлен. Фройлейн, я прошу вас. Я буду сидеть тихо, очень тихо. Вы очень добрая девушка. Я не причиню вам хлопот. Не молчи. Да, да, конечно. Черт, сырая еще. Держи. Какая ты у меня умница. У вас взрывчатка с собой? Так точно. Надо срочно транспорт найти. Зачем? Склад ловушка, все топливо на станции в вагонах. Нужно связаться со второй группой. Есть, товарищ капитан. Частота какая? 4:40. Товарищ капитан, группа Суслова на связи. Они приступают к выполнению задачи. Просят отвлечь на себя немцев. Кузьмич, слышал? Живы твои ребята. Фройлен. А? Ich bin durstig. Я хочу пить. Что? Trinken. Пить. Trinken. Пить. Пожалуйста, пить. Trinken. Сейчас. А вот и транспорт. Веснин, часовой твой, только потише. Есть. Фридрих, ты куда? Собрался покататься по лесу? Держи. Отъедем подальше, остановимся. Закрепишь взрывчатку. Есть. Господин майор, русские диверсанты. На нас напали русские диверсанты. Они угнали грузовик. Это случилось так неожиданно. Прекратите истерику, Ефрейтор. Вызывайте подкрепление. Вальтер, вперед.
сеточка готова. Ждем фонтанчиков. Опачки, очки, тапочки. Что? А эти откуда? Придется на ходу. Крепи спереди. Сделаю. Физикос, мать его. Что они делают? Не могу понять, господин майор. Одна осталась. На бак сможешь? Попробую. Осторожно. Давай из машины. Что? Быстро из машины, сказал. Валя. Без вас справлюсь. Встретимся, где договорились. И Арину найдите. Все! Черт с ней. Главный в машине. Где же взрыв? Удивительное упрямство, Суслов. Мне очень жаль. Похоже, договорить у нас с вами не получится. У вас говорят, если враг не сдается, его уничтожают. А то не дай бог, какая железяка прилетит. Генерал-майор. Лежи. Это перед одним командиром нужно стоять, а перед двумя можно и полежать. Но как ты себя чувствуешь? В бой рвешься? Так точно, прямо сейчас. Сейчас не надо. Ты давай подлечись, а вот когда заживет, он тебе отдыху не даст. Так точно не дам. Вот что, Суслов. Тут кое-кто хотел твою законную награду зажать. Я думаю, это несправедливо. Давай. Вот, Валентин Иванович. Носи. Заслужил. Служу трудовому народу. Вы уж лечите его тут по высшему разряду.
Не беспокойтесь, товарищ генерал. Ну, ладно, давай, поправляйся. Товарищ полковник. Вольно.